Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Мы, как всегда, до ночи с Алексеем в сервисе. Сейчас, по-моему, 11 час. У нас, как всегда, кипит работа. Конечно, сезон 2.0 сейчас очень много свежих привозит. Но суть не в этом. Просто решили заснять коротенькое видео про такой случай произошел. Он, с одной стороны, смешной. Я когда приехал, я сейчас расскажу хронологию. А с другой стороны, печальный. Мне позвонил человек и, короче, сказал, говорит: Игорь, я купил, загнал его к дилеру, и они мне обещали поставить вынос, шнаркеля, там, руль и так далее. Ну, короче, список доп. Оборудования. Он все с ними согласовал, говорит: хорошо, ставьте. И проходит 2 недели. Он звонит им, говорит: ребят, как дела? Когда забирать квадроцикл? Ему в ответ говорят: короче, мы ваш квадроцикл разобрали, пытаемся поставить вынос со шнаркелями, и у нас ничего не получается. Он, короче, обеспокоенный, приезжает к ним в салон и пребывает в легком шоке. Мы вам сейчас покажем, в каком виде стоит 2 недели квадроцикл, зачем они это сделали. И они ему, короче, говорят, самый прикол: короче, мы сделать ничего не можем, и собрать назад мы его тоже не можем. Забирайте его, делайте с ним что хотите. Это говорит официальный дилер Stealth клиенту. Мы уже, ну, всеми силами там как-то пытаемся не называть дилеров тут вот, которые косят, но такой беспредел творить уже, это просто смешно. И ну давай, показывай. Короче, ему он приезжает, ему отдает квадроцикл в таком состоянии. Переднего пластика нет, бампер все вот это навесное, вот это бачка нет. Зачем? Воздушного фильтра нет, весь пластик откручен, все подножки сняты. Почти разобрали его. Вот это корыто, вся электрика вытащена, вариатор. Все, короче, вытащено. Вот это по-дебильному снята подножка. Зачем-то все в масле здесь почему-то. Вот так мозги кинуты. Вытащили корыто, вытащили все провода с предохранителями, с блоком предохранителя. Вот так накидали. Короче, вот так вот все положили. Там болтики здесь в пакетике, короче. Вариатор отдельно. Вот эти все части. Давай еще покажем. Там на улице. О, в прицепе, короче, у нас вот здесь, смотрите. Вот еще часть. Пластик, багажник, сиденье, подножки. Фары поставили, ну что-то не доставили тоже. Поставили, но не доставили. Ну, короче, мы пребываем в шоке. Посмотрите. Просто мы не можем понять, зачем это надо было все разбирать и снимать. При выносе зачем? Передний пластик не снимается, он вынимается через бок, вот здесь, через верх, все по-разному делают. Опять же, вот эти гирлянды, просто вот она, зачем? Мы все подрезаем, обрезаем, укорачиваем, зачем вот это надо? Вот этот провод нужен, а вот это вот все надо укорачивать. Зачем это все разобрали, вообще не понимаю. Ну, вариатор понятно, ладно, бог с ним. Но только зачем корыто вытащили, весь пластик, все разобрали. Вообще все. Короче, ребята, просто вот. Ой, смотри, что с тросом сделали на лебедке. Смазали. Они просто налили солидола какой-то смазки. Бля, дичь, теперь вот это все нам, нашим ребятам, надо будет демонтировать. Вот это грязь. Как-то отмыть все это. Отмыть, да. И собирать назад. То есть, по сути, можно прям, наверное, уже скоро будет прям со стелса нам рамы привозить, там, колеса. И собирать его. И мы будем уже сборочный цех скоро откроем. Получается, так. Ну, подытожим всю эту историю. Конечно, не хотелось так бы растягивать, но что мы сказать можем? Ребята, я вам всем говорю, если вы из региона, покупайте квадроцикл в Москве. В Москве очень много дилеров, порядка там, не знаю, штук 20. На каждом там направлении север пару есть, там тройку. Юг там 5 дилеров там и так далее. Их очень много. Если вы с Самары, с Краснодара, с Ростова, там, с любого другого города, вы должны позвонить в Москву, заказать вам, который нравится, цвет, комплектацию, там 650, 800, 2.0, не 2.0, резину выбрать, оплатить все это дело через перевод. Это все делается просто, не надо никуда ездить. Оплачивайте все. Нам бесплатно доставляют технику. Мы ее здесь дорабатываем и отправляем вам. Это будет дешевле. Смотри, человек получил геморрой, нервы. Ему вот это все наделали.
Сейчас мы чуть-чуть его, естественно, возьмем за сборку. Чуть-чуть доплатим за сборку, за вот это все промыть, отмыть. Мы ему также доработаем и обратно. То есть это двойная дорога. Туда-сюда его катать. Зачем? Покупайте здесь, привозите к нам. Мы вам все сделаем грамотно, качественно, сразу. Без всех вот этих. Не будем вам говорить, извините, мы не можем. 3-4 дня там. Обычно в начале недели к нам поступают. Ну, по очереди. Все ну, по очереди все поступило, а так да. Делаем 2-3 дня. Да. Но соблюдаем очередь. У нас нет такого, как у некоторых там, X3 плати, и как бы все, мы все сделаем. У нас живая очередь, X3, хоть X10 платите, мы не делаем так. У нас есть человеческий подход, да. Так что... В общем, смысл всего этого разговора в том, что не попадайте в такие... Так что, если вы из другого региона, обращайтесь, покупайте в Москве, привозите к нам, все сделаем по красоте. Спасибо всем за просмотр, друзья. Все контакты внизу под видео. Сайт наш, наши контакты, телефон мой, телефон Алексея, WhatsApp, Telegram, любые средства связи. Пишите, мы вам ответим, подскажем, звоните, проконсультируем. Все, друзья, спасибо и до новых встреч.